Недавно разбирая альбом LJ, я задавался вопросом, почему нету фитов с иностранным агентом Моргенштерном? И вот он. Вот он фит. Я не знаю, это фит, который мог войти на альбом и не попал по каким-то причинам непонятно каким. Либо это действительно отдельный трек, так или иначе. Вот он вышел у нас, что получается, вчера. Вот. Моргенштерн, Арут и LJ. Produced by Palagin. Звучит на бумаге все очень-очень-очень хорошо и интересно. Давайте посмотрим, что это такое. Лейбл Bugatti Music. Бэм. Ну, соответственно, да, то есть понятно, да, что это значок, переработанный значок Prada, да, там не Prada, и логотип такой же точно. Тут как будто это неправда, да, или не пара. То есть, наверное, не пара, да, скорее всего, тут какая-то история про не пару. Вот на 8 марта все-таки вышли не пара, да, какая-то грустинка, наверное. 2.56, смотрю, похорону, ну, может, что-то и напоют, да. Погнали. Хотя, ну, тут может долбежка быть, но как будто бы так и будет, короче. Вот это так, вот это я. И ничего не надо, надо. Не нужны ни правда, ни правда, правда. Я не узнаю твоего взгляда, взгляда. Детка, да, мы вместе, но не рядом. Я помню день. Старой маленькой квартире обещал себе. Неплохо, Рут. Что принесу тебе весь мир на одной руке. Никого в нем, кроме нас, с тобой больше нет. Но теперь уже и нас с тобой больше нет. Тех наших версий уже не вернешь. С тем, кем я был, я даже не похож. Я тебе вру, ты себе тоже врешь. Теперь могу купить все то, что ты хотела, yeah. Но ты не купишься на это, yeah. Сказать тебе всю правду, yeah. Последний мой подарок. Последний мой подарок. Я ничего не надо, надо. Мне нужна не правда, не правда, правда. Я не узнаю твоего взгляда, правда. Детка, да, мы вместе, но не рядом. Я бы мог тебя любить, если бы был другим. Оборвал бы руки твоему стилисту и визажисту. Но я решил просто уйти. Пусть твоя мама и собака живут в нашем доме на Истре. Приходишь штрафы на машину, значит ты куда-то едешь. Я полгода не в России, а ты пишешь, что скучаешь. Все, что от нас осталось, лишь комбинация избавишь. Она спереживала, как две пластинки орбит с арбузом. Теперь наш ужин, дружеский ужин. Палки и суши, иногда только суши. Больше никто для нас не станет первой женой и мужем. Ей ничего не надо, надо. Мне нужны не правда. Ну, текст, конечно, жесткий, да. Я не узнаю твоего взгляда. Когда мы вместе, но не рядом. Я ничего не надо, надо. Мне нужны не правда, не правда, правда. Я не узнаю твоего взгляда, правда. Когда мы вместе, но не рядом. Мы не рядом. Так, сейчас. Нужны не правда, не правда. Я ничего не знаю твоего взгляда, твоего взгляда. Когда мы вместе, но не рядом. Мы не рядом. Я бы мог тебе. Мне нужны не правда. Угу, очень хорошо переработали третий припев. Очень хорошо переработали третий припев. Добавили как раз таки мясо туда, да, чтобы вот прям точку поставить. Мне очень понравилось исполнение Арута. Мне очень понравился текст LJ. Прям такие колки, да, вот. Палки и суши, иногда только суши. Без палок. Больше никто для нас не станет первой женой и мужем. Да, такое все, короче, прям четко все это отсвечивает на личную историю, да. Очень хороший текст. Как будто бы немного натужно на этот бит он шел. С точки зрения подачи немного скучновато. Текст отличный.
Третий припев, я еще смотрел, думаю, блин, ну типа, если он не будет разнообразным, будет скучно, прям типа, как будто это будет прям не то. Нет, это то, что надо. Они дали там гитарки, дали бэк-вокала, все, в принципе, хорошо зазвучало. Неплохой трек, неплохая грустинка к 8-му. Ни пара, ни правда, да, типа, вот она, да, к 8 марта такая грустинка, расставание для обоих, актуальная она, я не знаю, что в личных отношениях, что касается Арута, да, для ребят это актуально, да, вот, к сожалению, но пока так, не знаю, для них это к счастью или к сожалению, но учитывая, что они поют, наверное, им грустно, но непонятно, хотя, наверное, все-таки грустно, да. А, вот так вот, Арут тоже недавно развелся, Арут тоже, понятно. Значит, это тоже база, да, получается. То есть это тоже действительно абсолютно реальность. Ну, вот так вот складывается, к сожалению, несчастлива ситуация, да, с парами у ребят, но будем надеяться на лучшее. Значит, у всех. Короче, я говорю, да, то есть здесь интересная история, она довольно простая, но зато шикарно спета. Здесь по реализации Арут на первом месте. Моргенштерн на втором месте, LJ на третьем месте. По тексту ситуация, естественно, обратная, да. LJ на первом месте, ну, Моргенштерн снова на втором получается, да. Да, если даже не похож, врешь, там же вернешь. Да. Насчет плейлиста. Но теперь уже и нас с тобой больше нет. Тех наших версий уже не вернешь. Тем, кем я был, я даже не похож. Я тебе вру, ты себе тоже врешь. Теперь могу купить все то, что ты хотела. Но ты не купишься на это. Сказать тебе всю правду. Не знаю. Не знаю насчет плейлиста. Пока непонятно. Если думаю, значит, наверное, может быть и не очень, да, история. Такое ощущение, что прям для репита, да, для репита трек кого-то не очень. Как будто бы он будет скучноватый для репита этот трючок. Неправда. Рифма с LJ 9. Ребята где-то 7-8. По итогу 8, да. Структура, ритмика. Неплохо, весьма неплохо. Концовочка с припевами хорошая. Очень хорошее разнообразие у Арута в припевах, в куплете, да, в его. Очень неплохо. Да. LJ, конечно, с разнообразием не очень, да, выдал. Я думаю, что 8 можно смело поставить. Реализация стиля. Моргенштерн нормально напел, достаточно искренне. Веришь ему. LJ напел натужно. Арут напел отлично. Концовочка хорошая тоже. Я думаю, что вот так можно поставить. 8-9. Такое ощущение, что как будто восьмерки типа одни. Может быть и 8 даже. Не для плейлиста. Ну да, наверное нет. Да. Как-то. Индивидуальность и харизма. Блин, индивидуальность, конечно, здесь у LJ больше всего просвечивается. Хотя он исполнил не лучше свой куплет. Моргенштерн тоже довольно узнаваем, Арут не очень узнаваем. Ну, пока, может, не привыкли, может быть, нет каких-то ярких отличительных черт в его образе, да, непонятно. Девять можно все равно поставить, я думаю. На сервайп 4 балла, тренда сексуальность, пятерочка, 69 баллов. Интересная такая цифра получилась, да, ребята пропели про неудачные отношения и набрали 69. Таким образом, здесь, конечно же, у нас, что у нас тут происходит? У нас тут происходит артисты, да? Давайте посмотрим, что у нас. Моргенштерн. Моргенштерн у нас 72,1, да, набирает. Ну, соответственно, чуть ниже для него это будет. Да, Арут, я не знаю, есть ли у нас Арут. Нет, Арута пока нет, вероятно, мало треков оценили, да. LJ, конечно, есть LJ, 66,2, чуть-чуть выше будет для него это средний трек, да, средний балл. Да, 69, бам. Спасибо, да, в любом случае, ребятам. Наверное, будет грустный клип, наверное, будет грустный клипец какой-нибудь. Посмотрим на эту всю историю, да, они там проплачут. И, наверное, оно будет звучать лучше. Поэтому ждем и смотрим.